пару яиц, два больших плавленых сырка, но у меня маленький, поэтому у меня 4 и 2 столовых ложки постного масла. Все это отправляем в блендер. А, простите, соль, перец. Перчик помолола, соль, а теперь в блендер. И вот такой вот паштет у вас получится. Ребята, очень вкусный. Можно мазать на брускетты.